Экспертный совет профессиональной премии ивент-индустрии, в который входят крупнейшие заказчики мероприятий, заслуженные деятели культуры и искусства, признал российский этап чемпионата мира «Формулы-1» лучшим. Ключевыми критериями оценки стали качество, креатив и профессионализм в работе создателей. По результатам опроса РБК-исследования, 99,5% зрителей остались довольны уровнем организации мероприятия. В первую очередь гости Сочи автодрома отметили высокий уровень работы персонала трассы и волонтеров, а также зрелищность заездов и удобство наблюдения за соревнованиями с трибун. Высоких оценок также были удостоены организация транспортной инфраструктуры в дни мероприятия и насыщенная развлекательная программа. Следующий российский этап чемпионата мира «Формулы-1» пройдет с 28 апреля по 1 мая.